Физкульт, привет! В эфире на НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хет-трик». Обращаю ваше внимание, что сегодня мы выходим в купированном варианте. Все потому, что уже в 19 часов на нашем канале начнется прямая трансляция из культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». Нижегородская «Торпеда» против «Слована» из Братиславы. И знаете, таким изменением в программе вещания я, как болельщик «Торпеда», только рад. Впрочем, как и тысячи болельщиков автозаводского клуба. Хоккей – это наше все, но сегодня расскажем не только о нем. Будет и баскетбол, и хоккей с мячом, и, конечно же, Кубок России по фехтованию, который в эти дни принимает «Арзамас». Вот с него и начнем. Итак, в Арзамасском физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» сейчас в самом разгаре баталии Кубка России по фехтованию. Соревнования такого уровня не то что в Арзамасе. В Нижегородской области вообще проходят впервые. И сейчас у нас есть возможность увидеть в деле недавних триумфаторов летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Яна Егорян, Татьяна Лагунова, Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Любовь Шутова, Тимур Сафин и другие. В общем, целая плеяда звезд в «Звездном». На 8 дней Арзамас превратился во всероссийскую столицу фехтования. Впервые в истории Нижегородская область принимает Кубок России. Сказать, что на турнире собрались сильнейшие спортсмены страны, значит озвучить только половину. Вспоминая летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, здесь можно смело говорить, к нам приехали лучшие из лучших. Мы готовим подрастающую смену. Арзамасские спортсмены начинают набирать хорошую динамику. Они уже побеждают в своих возрастных категориях на российском уровне. Мы это знаем. Но, кстати говоря, один из членов национальной сборной страны Тихомиров Алексей будет выступать на мужской шпаге здесь, нижегородец, дзержинец. Мы за него тоже будем болеть. С Виолеттой вот мы сейчас договорились проговорить возможность, поскольку она все-таки дзержинской школы фехтования, проговорить о возможности параллельного зачета для нашего региона. Виолетта Колобова порадовала своих земляков в первый же день Кубка России. В личном зачете шпажисток наша спортсменка уступила только в полуфинале, также двукратной чемпионке мира Любови Шутовой. И та схватка, поверьте, получилась просто на загляденье. Москвичка вырвала победу с минимальным перевесом 15-14. В принципе, я довольна результатом, довольна, что первый раз вообще оказалась в Арзамасе. Очень рада, что на нижегородской земле, на родной, все проводится. Прекрасные условия, организация, мне кажется, на достойном уровне, отличный ФОК. Я понимаю, здесь тренируются и дети, и взрослые. Да. Очень хорошие слои, правда. Очень это радует, что в регионах начинает развиваться в спорт и в том числе, естественно, фехтование. Кубок России продлится до 28 ноября. В финальный день турнира на дорожках встретятся представители рапиры. Мужчины и женщины разыграют медали в командных соревнованиях. А сейчас о самом актуальном, по крайней мере для тех, кто смотрит нашу передачу в четверг, 24 ноября. До начала прямой трансляции матча между «Торпедой» и «Слованом» осталось примерно полчаса. И в ожидании главного спортивного события этого вечера предлагаю вернуться на несколько дней назад и вспомнить, как команда Петериса Скудры отработала 4 встречи этой шестиматчевой домашней серии. Напомню, стартовали в этом домашнем марафоне мы не очень удачно. Уступили Салавату Юлаеву 2-3. Зато потом, как говорится, Остапа понесло. И свой победный поход автозаводцы начали не с кого-нибудь, а сразу с обладателя Кубка Гагарина. Называйте как хотите. Журналистский штамп или клише, но не сказать это невозможно. «Торпеда» в очередной раз подтвердила амплуа грозы авторитетов. На этот раз под тренерский гений Петериса Скудры и под 1000-процентную самоотдачу наших игроков попал лидер Восточной конференции и действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург», с самим Сергеем Мазякиным в составе. Но похоже, что этот хоккей заставил трепетать только болельщиков. Первый период этого противостояния прошел на одном дыхании. В прямом эфире телерадиокомпании НТВ все мы видели, как шайба ушла за спину Проскурякова, но на наше счастье гол не засчитали. И в едином порыве мы все вместе хватались за голову, когда Александр Фролов не реализовал выход один в один. Зато в этом моменте великий Кошечкин проиграл. Станислав Егоршев отличной передачей отправил Джона Нормана на рандеву с голкипером «Магнитки». Для нападающего «Торпеда» этот гол стал вторым в сезоне, но в отдельно взятом матче это взятие ворот единственным не оказалось. Хотя следующих голов ждать пришлось довольно долго. Так, во втором периоде результативных бросков не было, зато был файт между Сэмом Ловквистом и Богданом Потехиным. Наверное, пар действительно надо было выпустить, пусть и в таком виде. После досадного поражения от Салавата Юлаева торпедовцы были на взводе.
Безукоризненное выполнение тренерских наработок в этом матче стало ключевым. Удаляться в игре против «Магнитки» равносильно приговору. И хозяева льда сумели избежать такового практически полностью. За всю встречу у нас всего 9 минут штрафа. Причем 5 из них – это минуты Ловквиста за драку. Но если покуражиться в большинстве мы гостям не дали, то вот на 43-й минуте забыли о феноменальных бросках Криса Ли. Защитник магнитогорцев забивать умеет. Это он доказал и в Нижнем Новгороде. 1-1 в начале третьего периода, и все пришлось начинать сначала. Впрочем, откладывать в долгий ящик свою победу бело-синие не стали. За 8,5 минут до сирены Николай Жердев разогнал атаку. Потом был пас-конфетка от Евгения Грачева прямо на клюшку Владимиру Галузину. 2-1. И наши аплодисменты не только форварду «Торпедо», но и пресс-службе клуба хотя бы за заголовок новости. И чемпионы отступали с понурой низко головой. Боюсь сглазить, но в этом сезоне «Торпедо» в турнирном плане выступает как никогда стабильно. Практически сразу, ворвавшись на третью строчку западной конференции, команда Петерса Скудра не собирается никому ее отдавать. Мало того, у нас есть все шансы пободаться со столичными армейцами за лидерство в дивизионе Тарасова. Для этого много не надо. Выигрывать самим и ждать осечек от ЦСКА. Правда, в день нашего матча против челябинского «Трактора» в этом плане был выполнен только один пункт. Победа «Торпедо» состоялась. Ну и центральный клуб своего тоже не упустил. Очередные дивиденды команда Петерса Скудры взяла в домашней игре против челябинского «Трактора». Причем здесь основные события пришлись на третий период. Хозяева площадки долго запрягали, но зато начиная с 51-й минуты быстро понесли. И это при том, что счет «Торпедо» открыла еще на 35-й минуте. Артем Аляев при игре в большинстве пополнил свою голевую копилку второй шайбой в этом сезоне. «Трактор» восстановил паритет уже при равных составах, но случилось это только в начале третьего периода. Эти нужные и, главное, победные голы автозаводцы забили в течение последних 10 минут игрового времени. И если Владимир Галузин и Алексей Потапов сумели лично огорчить голкипера «Трактора», то Дмитрий Семин закатил свою шайбу в пустые ворота гостей за 31 секунду до сирены. И в этом моменте, заметим, «Торпедо» выступала в меньшинстве. 4-1. Очередная победа нижегородцев, хорошей новостью которой станет поражение ярославского «Локомотива» в гостевом матче против «Витязя». Да, был момент, когда «Локомотив» очень близко подобрался к «Торпедо» в турнирной таблице западной конференции. Но сейчас уже все выглядит вовсе не страшно. Железнодорожники уступают автозаводцам 11 очков при одной игре в запасе. Так что вниз пока можно особо не смотреть за то, как же манит вторая строчка запада. И в понедельник, 21 ноября, армейцы сделали нам очередной подарок. В матче против питерского «СКА» центральный клуб уступил 3-6. А мы что? А мы наоборот, взяли свои очередные 3 очка. Без хет-триков и дублей, но все равно с крупным счетом и, главное, в сухую «Торпедо» закатала в нижегородский лед загребский «Медвежчак». Команда Петерса Скудры словно катком прошлась по хорватскому клубу и в итоге одержала убедительную победу со счетом 5-0. Причем самые вкусные автозаводцы оставили на десерт. Так, в первом периоде «Торпедо» ограничилась одним голом Владимира Галузина. Во втором периоде хозяева льда также огорчили Майкла Гарнета лишь однажды. В том отрезке поздравления принимал Картер Эштон. А вот заключительные 20-минутки бело-синие 3 раза заставили капитулировать вратаря «Медвежчака». И снова голы были на любой вкус, а солировали в их исполнении Джон Норман, Дмитрий Семин, Александр Фролов. На последних минутах встречи сомнений в победе «Торпедо» уже не оставалось. Единственной интригой, которая на некоторое время зависла под сводами Нагорного, стал вопрос об очередном сухаре в исполнении Ильи Проскурякова. И в итоге наш голкипер сумел отстоять на ноль и оформил свой 25-й сухой матч в континентальной хоккейной лиге. А «Медвежчак», не сумев забить Проскурякову, выместил всю злость на наших игроках. И особо там преуспел Лукас Лессио, который здорово настучал Дмитрию Шуленину и не успокоился в дальнейшем даже в микс-зоне. Впрочем, хоккейные боги ему судьи, а мы констатируем, что «Торпедо» упрочила свои позиции на третьей строчке западной конференции. Очередную победу ждем от «Торпедо» и уже сегодня, в четверг, 24 ноября. Напомню, матч против «Братиславского Слована» телерадиокомпания НТВ покажет в прямом эфире. Случится это уже примерно через 20-25 минут, и у нас есть время познакомить вас с другими новостями. И они, к сожалению, не все такие же победоэмоциональные, как и новости про «Торпедо».
Например, хоккейный клуб «Старт». Команда Игоря Чиликина в ближайшую пятницу и субботу проведет очередные выездные матчи. Встречаемся с абсолютным аутсайдером Запада – «Динамо Казанью». И если уж в играх против этого соперника мы упустим очки, то, думаю, пора будет делать оргвыводы. В своих последних встречах не порадовал и баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Команда Артуса Шталбергса успела провести встречи в рамках Единой лиги ВТБ и Еврокубка. И в чем-то те встречи даже схожи, хотя бы тем, что горожанам в обоих случаях для победы не хватило совсем немного. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» оставил двоякие впечатления от своей игры в очередном матче Единой лиги ВТБ. Команда Артуса Шталбергса на выезде встречалась с подмосковными «Химками». Там черно-белые показали отличный баскетбол, но для победы этого оказалось недостаточно. Хозяева площадки перед этой игрой остались без своего капитана. Сергея Моня не попал в протокол из-за боли в плече. Не мог помочь «Химкам» и легионер Маркел Браун. Нижегородцы же выступали практически в полном составе, отсутствовал только Иван Викторов. И в первой четверти на паркете хозяйничали в основном гости. Стартовый 10-минутку черно-белые выиграли со счетом 26-23. А вот ключевой во многом стала вторая четверть. Ее «Химки» взяли практически в одну калитку – 27-19. В дальнейшем шла равная игра достойных друг друга соперников. И только за пару минут до финальной сирены хозяева паркета выстрелили результативным проходом Эрла Роуланда и точной трехой от Алексея Шведа. К сожалению, черно-белым отыграть этот рывок не удалось. 90-84 в пользу «Химок». Не удалось Нижнему Новгороду покорить испанскую Гран-Канарию. В рамках Еврокубка горожане встречались с лидером нашей группы на выезде. И если три четверти черно-белые выступали на равных с обладателем Суперкубка Испании, то в заключительном периоде хозяева паркета уже не позволили гостям даже приблизиться в счете. Баскетбольному клубу «Нижний Новгород» так и не удалось покорить испанскую Гран-Канарию. В рамках Еврокубка горожане встречались с лидером нашей группы на выезде. И если три четверти черно-белые выступали относительно на равных с обладателем Суперкубка Испании, то в заключительном периоде хозяева паркета уже не позволили гостям даже приблизиться в счете. Так, в стартовом отрезке горожане смогли сдержать напор Гран-Канарии и даже сравнять счет 10-10. Но на первый малый перерыв испанцы ушли все-таки в роли лидеров 20-17. Отставание было не совсем критичным, и во второй 10-минутке нижегородцы продолжили результативно отвечать на все выходки испанцев и в какой-то момент после попадания Ивана Стрибкова даже вышли вперед 33-32. И только за несколько секунд до конца четверти хозяева успели снова на пол ноздри убежать вперед 43-41. Качели в счете продолжились и после перерыва. Канария попыталась взять нахрапом, но черно-белые раз за разом сравнивали. Так, к концовке третьего периода Илья Попов снова восстановил паритет, но испанцы уже привычно соскочили в последний момент 70-63 перед заключительным отрезком. Ну а там Нижний стал допускать много ошибок, и испанцы регулярно использовали их в свою пользу. В итоге Гран-Канария смогла впервые за матч убежать от горожан в плюс 14 очков. И этот отрыв черно-белые проглотить уже не смогли. 87-98 в пользу клуба из Лас-Пальмас. В Семенове прошел фестиваль мини-футбола. Местным командам, особенно юношеским, проблематично выезжать на иногородние турниры. А без спарринга с серьезными соперниками достичь высоких результатов трудно. Поэтому Федерация футбола Нижнего Новгорода решили помочь семеновским командам. Для развития мини-футбола в районах области гигантских вложений не требуется. Это на деле доказали в Семенове. С площадками проблем в Нижегородской области сейчас практически нет. Вот и в столице Хохломы есть свой ФОК. А это уже полдела. Организацию на себя взяла Федерация футбола Нижнего Новгорода. С проживанием приезжих команд помогли добрые люди. Так, гости Всероссийского фестиваля мини-футбола с комфортом расположились на ближайшей базе отдыха. В рамках этого фестиваля прошли сразу два турнира. К сожалению большому, все мы знаем, у всех с финансами поют романсы, и в Семенов тоже самый, как говорится, появился Виктор Федорович, стали дети заниматься футболом, стало что-то шевелиться, но дети крутятся в собственном стоку и куда-то выезжать на соревнования они не могут. Поэтому сейчас к ним приезжают команды других городов, чтобы дети видели уровень
футбола в целом и чтобы к чему-то стремились. Наряду с командами юношами 2003 года рождения в этом фестивале принимать участие еще и на призы Кубка «Ягодная деревушка» женские команды. Мы с удовольствием откликнулись на предложение Нижегородской федерации футбола провести это мероприятие, потому что наша база направлена на активный вид туризма. И как раз молодежный и юношеский спорт – это наш конек, и у нас база отвечает всем требованиям проведения этих мероприятий: свежий воздух, условия проживания, условия питания. И, конечно же, в дальнейшем мы будем рады принять у себя в гостях все спортивные команды и всех спортивных наших друзей. К девушкам чуть позже, а вот про юношей стоит сказать отдельно. Озвученный в предыдущем интервью Виктор Федорович – это известный футбольный специалист Виктор Павлюков. Сейчас он работает в Семенове, и во многом благодаря его трудам этот город прочно обосновался на футбольной карте Нижегородской области. Команда Семенова в итоге стала третьей. Конкуренцию ей составили представители Пензы, Арзамаса и Нижнего Новгорода. У девушек список участников был короче, но на качестве футбола это не отразилось. Медали разыгрывали команды из Гусь-Хрустального, Первомайска и Семенова. И здесь лучшими стали девушки из команды «Экстрим» Первомайск. Хотите знать залог успеха и кому за это говорить спасибо? Вам ответят сами чемпионы. Нашему тренеру Игорю Геннадьевичу. Мы тренируемся в спортзале в нашей школе. У нас практически тренировки каждый день. По вечерам. Уже игра в команде как-то, как семья вторая команда. Говорят, первый блин выходит комом. Ну а первым в истории Семенова фестивале мини-футбола так не скажешь. Все получилось на высшем уровне. Качественным здесь оказалось все. И площадка, и организация, и проживание, и, конечно же, сама игра. На этом у нас на сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока и не забывайте дружить со спортом.